возвращения, брат. Спасибо, брат. Где ж ты был? Где ты пропадал? Я вроде потом в сборной. Это видели. И все равно, ты еще причем был в сборной, а все равно в Инстаграме продолжал ставить теги Локомотива. Мы видели, скучал. Я тоже скучал лучше. Брат, ну вот затянулось немного, но вот к концу первого сбора все-таки подъехал. Вот эти пару дней, но с командой, это важно? Конечно, конечно. Я очень рад, что так получилось. Скучал по ребятам? Даже на связи, просто. На связи? Конечно. Мы видели еще даже вчера, там, позавчера не объявляли ничего официально. Ты уже там Барри писал, с вами завтра. Да. Следил. Ладно, завтра как? Думаешь, сыграть уже? Ну, не знаю, посмотрим. Я хочу старение поставить, конечно, буду. С возвращением, Саба. Мы тебя ждали, скучали. Давай. Сабочка, фоткаешь нас? Пожалуйста. Вертикально, горизонтально. Ладно, я еще с тобой хотел поговорить. У нас с тобой было первое интервью на Азбу первый день. Я уже каждый день интервью даю. Что будешь тяжелая нагрузка, будет тяжелая нагрузка. Вот сейчас все, конец сборов. Да нет, он уже легко переносится вообще. Поэтому мы уже в форме. Ну что, хорошо, готовы? Да. Хоть завтра суперкубок. Нет, завтра не надо, да. Еще 3 недели. Юрий Михайлович. Привет. Здрасте. Что это такое? Камера маленькая. О, хорошая. Неудобная. Типа того. Тём, скажи, у вас с Ваней возникли какие-то недосказанности после того, как он переиграл тебя? Да нет. Так это ж вы только показали три повторы. Это он 20 до этого сделал, я только потом на три перешел. А твои-то мы не вырезали, да? Мои вы все показали, а его 20 вырезали. Ты не обижен? На что? Ну, по-моему, мы там выложили твою неудачную попытку. Да, ладно, вообще нормально. Ну, не попал все-таки. Да, без неудачно бывает. Ну, ты прям совсем не попал как-то. Да, и ладно. Ну. В следующий раз попаду. Ну. Блин, мяч летит, не попал. Вот так. А, последняя тренировка. Как ты себя ощущаешь? Можно сказать, что готов намного лучше, чем когда приезжал? Ну, посмотрим, завтра игра будет. Видно будет. Он приезжал в порядке был. Ну, ты явно в порядке. А сейчас он вообще в бешеном порядке. Мир, ты как? Я шикарно. Ну, честно, ты что набрал? Вес? Да. Форма? Форма. Серый, симпатичный. Да, неплохо. Да. Удачно. А вот у нас черный. Черный, это плохо. Леонидович, вот вы приехали на тренировку, ваша первая тренировка здесь на сборе. Я помню, что вам понравилось? Замечательно. Да? А вот это совпадение, что для команды она стала последней на этом сборе? Что последнее? Ну, для вас первая тренировка, а для команды она стала последней. И завтра же еще одна. Ну, это разминка. Я помню, чужой курс. Можно я вернусь? Ну, да. Мы повторим. А там и не сало, это Руслан Элдерханов. Блин. Украл. Все хорошо, спасибо. И как конкуренция, поделись? Вообще замечательно. Вот ты мне говорил, что не боишься, то не боишься. Ну а что бояться? Ребята все хорошие, можно даже чему-то научиться у ребят. Тихо! Я думаю, сейф! Все. Ваша первая тренировка, как вам? Ну я ж не тренировался, я стоял. Ну это же еще лучше вам, видно все. Ну хорошо. Это хороший парень. Завтра матч, он вообще важный с точки зрения результата? Или... Посмотреть, как готовы, конечно, все посмотрим. Все-таки чемпион, Хорватия, команда приличная. Прервали гегемонию, да, Загребского «Динамо» как-никак. Ребята вас встретили, может, у кого-то были какие-то вопросы, там, никто не поджидал, не спрашивал. Все позитивно, поздоровались, пообщались. Как бы все. С нами Саба Кверквери. Вы приехали не один, еще Сабу привезли. Это пока не надо. Последняя тренировка. Ну, завтра будет еще, но это там разминка, да, перед игровая. Так, тренировка последняя. Что скажешь? Мне вот честно показалось, что вас не так серьезно гоняли. Майами. Да? Ну не знаю. Гоняли честно... не меня, но со стороны. Ну да, ну не знаю. Честно говоря, не то чтобы усталость, а вот такой вот долгий спорт так получился. И поэтому уже под конец опустошение такое. Нужно найти все равно мотивацию. Психологическое, да? Да, психологическое. Нужно найти все равно мотивацию, потому что последняя игра осталась. Интересная игра. Самый серьезный соперник, я считаю, из всех, да. Посмотреть вообще, физически и тактически. И уже будем там несколько дней в Москве отдохнем и снова работать. Так что, в принципе, в целом, все довольны. Все довольны проделанной работой. Завтра заключительная игра. Ну вот слушай, заключительная игра. Ну уже, наверное, мыслями-то в Москве все. Не-не-не.
я не раз замечал последние игры, ну, иногда, ну, замечал, было. Ну, может, у кого-то было, но не у нас. Не у нас. Ты отращиваешь себе так в сборную ленту? Не, я как в этом NHL, плей-офф. В конце сбора побреюсь. Что там он рассказывает, смешно это, да? Все. Ты идиотик, блин. Он как у тебя бородку, да, хочет? Конечно, отращивает, как я. Слушай, то есть ты, в принципе, приехал и стал так моду устанавливать, да? Не, я моду не устанавливаю, просто этот человек чуть-чуть пример с меня взял. Ты приезжал с более обильной шевелюрой. Да? Да. Ну, это что? Жарко, да, очень. Лишний вес таскать. Ну, в целом, ты доволен, как показал себя? Ну, да, ну, мне нравится, ну, мне понравилось все, то есть сам процесс. И добавил мышечной массы полтора килограмма. Да, нет, покажи, тут... ну давай. Это все больше здесь. Покажи там. Да не буду. Я скромничаю. Не, ну... Да не добавил просто. Не. Да ладно, да. Вот, спросите, скажите полтора добавил в мышцах-то? Мышечную массу. Ну так покажи, где? При снижении жировой. Снижение жировое есть. Хорошо, молодец. Так, ребята, это Ваня Лапшов, наш центральный защитник 99-го года рождения. Вот Баринов идет. Парень постарше уже, посильнее. Ваня пока еще растет. На прошлых сборах Ваня много играл в компьютер, да? Ну, можно же об этом сказать, давно было, да? Ну, да. И на этих сборах, чтобы Ваня не играл в компьютер, что сделали добрые люди? Отняли его. Отняли компьютер. Теперь Ваня соблюдает режим, да. Хорошо тренируется. Вот такая вот у нас история успеха.